Ух ты, какая... Ух ты! Однако моя просто так отдавай. Только ваши мне ножи отдавай. Ребята, глядите, что... Ну, раз... И давай пиво неси, наш скоро кончится. Моя смотреть, моя великий охотника. Ты че умом тронулся, ножом тут махать? Моя... Слышь, а он не так прост. Точно. То-то я смотрю, что... Слышь, брат... Тому реально... Моя вас не тронула. Проси, что хочешь. Ну, все сделаем. Однако... Моя, значит, что ваше делай. Ваш... Без базара, чувак. Мы тут сегодня нормально лаве с лохов настригли. Да. Ща мы быстро тебе пивка организуем. Вот. Думаю, для начала нормально. О, ваше надо... Мы это... Мы все усек... Одна... Мы... Моя приносит для ваше пиво. Ого! Ты крут! Класс! Ну ты даешь! Однако чу... Ну тогда и я держу обещание. Мы тебе карту обещали. Мы тебе карту обещали. Спасибо твоя, однако. Не за что, приходи. Чукче много... Да, бро! Да ты не стесняйся. Однако спасибо, но у Чукче много дел. Моя спешить. Тогда нам остается... Тяжелый железо, однако. Эй, вы там! А ну, уберите руки от вещественного доказательства! Моя это брать! Тут еще много-много железа, оставайся! Моя не понимает, что тут случится. А что тут понимать? Авария как авария. Не мешайте. Однако, что твоя тут забывает? Да ничего я не забыл. Не мешайте работать. А почему твоя не помогай больной большеглазая? Да что вы все ко мне прицепились? Почему, да почему? Я человек подневольный. Мне сказали ничего не трогать. Вот я и не трогаю. К тому же вызов не... Однако ты большеглазая умирай. И без таких советчиков, как ты,
все прекрасно знаю. Но прежде чем приступить к лечению, я обязан подробно описать причину вызова. Эх, моя мало-мало понимай, большеглазые люди. Однако это большеглазый много-много больной. Ай, это железо делай больно. Однако моя запоминай. Лектицество. Непонятная вещь, однако. Пригодится, однако. Однако не собирается. Слишком разные вещи. Однако не собирается. Здравствуй, большая женщина. Ой, мило. Да ты не китаец ли? Моя, однако, чукча. Моя тиза. Да вот шариками торгуй. Ох, сил моих нет эти шарики надувать. О. Моя так не уметь. Моя не... Моя надо зоопарка. А билет у тебя есть? Моя не знать, кто такая билета. Бумажка такая, в зоопарк пропуск. Моя, однако, не знать, где билета брать. Касса напротив. Моя, однако, не знать, зачем это делать. Моя, однако, билета надо. Моя нет такой деньги. Моя не знать. Моя, однако, очень-очень зоопарка надо. Давай билет пропущу. Моя нет билета. Значит, не пущу. Да что ты вообще туда так стремишься? Чего ты в этом зоопарке забыл? У вас в тундре, наверное, своих зверей хватает. О, моя, искать один сильный зверя. Шамана сказать, твоя самая хорошая охотника. Твоя надо ловить зверя. Так ты охотник? Зверей ловить умеешь? Моя самый лучший охотник из стойбища, однако. Знаешь, у нас тут проблемка. Сбежал ценный зверек. Выхухоль ушастая. Если ты ее поймаешь и вернешь в зоопарк, пущу бесплатно. Хорошо. Моя ловить выхухоля. Там пусто, как в моя живот. Лодка слабая, однако. Моя сильно тяжелая. Лодка ломаться. Моя не будет поливать лодка. Лодка не расти большой. Ох. Сил моих нет эти шарики надувать. Однако только листья и мусора.
Моя так не уметь. Моя не выбрасывать такой полезной вещь. Слишком разные вещи. Здесь есть такой красная штука, как у большой женщины, однако. Наверное, это та крана, которой большой женщине надо. Твоя эта штука искать? Ай, милок. Ай, спасибо тебе, помог старушке. Только шарик. Ну да, обычный резиновый шарик. Резиновый? Что такое резиновый? Ну, из резины делают. Материал вот такой. Тянется хорошо. Воду и электричество не пропускает. Электричество резиновый. А я, однако, сегодня запоминать много-много нового слова. Где дырка? Где дырка? Чем бы отлить? Однако надо еще одна раза. Магическая коробка вернула его к жизни. Я живой. Спасибо, что помог. Отблагодари. Держи пачку сигарет. Непонятно. Моя так не уметь. Не трогайте вещественные доказательства. Они понадобятся милиции, когда она вернется. Да пусть вперед. Он меня все-таки спас. Однако... А я не знаю, как это. Это странная вещь, белый огонь. Пригодится, однако. Слишком разный. Однако не собирается. Непонятно.
слишком разные. А я так не умею. Непонятно? Листья мокрые, однако. Совсем гореть не хочет. Моя не знать, как это. Непонятно. Однако не... Слишком рад... Однако не собирается... Слишком рад... Однако не собирается. Однако только листья и мусор. Может, эта штука двигать странная лодка? Лодка и так красива. Лодка слабая, однако. Моя сильно тяжелая. Лодка ломаться. Моя так не умеет. Непонятно. Моя не будет поливать лодка. Лодка не расти большой. Моя не знать, как это. Моя кормить странная лодка. Лодка плавать будет. Моя поливать это, чтоб дух огня не бояться мокрые листья. Непонятно? Дух огня, приходи! Пригодится, однако.
Лодка слабая, однако. Моя сильно тяжелая. Лодка ломаться. Рано еще. Чукчи не шаман. Руками зверя ловить не уметь. Выхухоль или билет? Оставь себе, я не курю. Вижу, серьезный нож у тебя. Но ты ножом выхухоль не трожь. Она нам живая нужна. А я не знаю, как это. В селок ставить будешь? Не советую. Ай, милок, хороший ты человек. Ба... Слишком разные вещи. Однако не собирается. Слишком разные вещи. Непонятно. Моя так не умеет. Непонятно. Однако слишком разные вещи. Странные люди здесь, однако. Лодка слабая, однако. Моя так не умеет. Дожились. Посторонние выполняют работу медиков. Однако... Слишком... Однако... Слишком разные вещи. Сегодня моя себя не связывать. Однако... Слишком... Однако не собирается. Слишком разные вещи. Рано еще. Чукчи не шаман. Однако, чукчи такой никогда не видеть. Много красивой, тонкой железа чукча брать может пригодиться. Однако не собирается. Из этого получится хорошая клетка.
стороны лодка будет вести моя. Это, наверное, тот зверь, который моя надо приносить в зоопарк. Эй, куда ты, странный зверь? Зверя надо поймать, клетка. Непонятно. Однако так выхухолю бежать далеко-далеко. Эта штука может давать много дыма, однако. Моя не любить дыма, и звери не любить дыма. Звери бежать от дыма, выскакивать и в клетку попасть. Моя хорошая охотника, однако. Моя ловить моржа, моя ловить тюленя, моя ловить медведя и много-много песец. А теперь моя ловить даже ихухля. Моя поймать странный зверя. Пора назад. Ну что, охотничек, поймал эту выхухоль ушастую? Моя самая лучшая охотник и стойбище, однако. Тогда моя заходить в зоопарк. Моя видеть там много странных зверя. Один зверь был с большие уши, рука на голове. Убирайся отсюда, бомжара! Моя не бажара, моя охотник, однако. Охотник? Да ты правильный мужик. Мужик должен побеждать. Эх, наши бы стране нормальных мужиков в армию. Они бы им показали буржуям этим. Мы ж почему в упадке таком, чукча? Нет у нас сильной настоящей армии. Не уважают нас. Это заговор. Однозначно заговор. Они хоть потом... Да я... Кто такой белый билета? Документ такой. В армии служить запрещает. Да уж, тебе не понять. Да, чукчи, не берут в... О, представитель малых народностей, что привело тебя в Москву? Я искать большой зверь, чтобы победить плохой змей. Змей несет большой беда. Не то ты ищешь, товарищ. Способ решения всех бед давно... Говорить непонятно. Это Русалей. Моя знать один великий вождя. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Ленина великий шаман, однако. Ленин с нами! Настанет день! Великий шаман должен... Верной дорог! О, великий вождь!
Моя слышал, что ты сильный шаман. Моя пришел просить помощь. Помоги мне найти большой зверя. Моя приносить тебе много шкура. О, великий вождя! О, великий вождя! Моя очень просить. М-да, великий вождя крепко спит. Не хочет говорить с моя. Товарищ, я вижу, ты вместе с нами призываешь к пробуждению вождя. Ты тоже хочешь победить зверя мирового империализма. Мы своих товарищей в беде не бросаем. Если будут проблемы, звони. А сейчас я вынужден скрыться. Агенты империализма не дремлют. А пасаран, товарищ! Человеку бумажка цифры дал. Бумажка в тундре хорошо. Большая красная чума, однако. Да, Чукчу, не берут. Однако... А, конкурент, ты чего сюда забрел? Не знаешь? Моя не конкурент, а моя охотник. Знай, это моя территория. Пошел вон отсюда. Моя находить что там? А, Васенька, на кого же ты меня покидаешь? Петя, Коля, Олежек. Не говори так, ты же знаешь. Я только тебя люблю! Люблю тебя! Что ваше случилось? Почему девушка плакать? Моего Васеньку в армию забрать хотят! Человека забрать? Как это? А так, всю учебу в универе я... Армия? Кто такой армия? Родину защищать! 2 года! Целых 2 года! Васенька... Я же тебя не дождусь. Ни капли не сомневаюсь. Моя так не умеет. Непонятно. Слишком разные вещи. Бутылка? А ты не такой, я погляжу. На вот тебе, держи. Это я у малолеток забрал. Странные какие-то. Нюхали его,
Я думал, может, там что другое налито. Принюхался, не, обычный момент. Девушка красивая, не плакать. Моя придумать, как ваша помочь. Да? Однако. Твоя не идти в армию, армия идти другой человека. Да. А что делать с этим? Давай твоя документа, Чукче помогать. Ты же обещал! Ты ве... Однако не собирается. Слишком разные вещи. Однако не... Слишком разные вещи. Однако не собирается. Слишком разные вещи. Вот хороший документ, давай твой плохой документ. Так здесь же фотка чужая. Эх ты, Чукча. Да, Чукча, не... Однако не собирайся. Слишком... Однако не собирается. Слишком... Однако... Слишком... Моя не знать, как это? Непонятно. Однако... Мне пока ничего там делать. Ты же обещал. Ты веришь? Моя не знать, как это? Слишком раз. Однако не собирается. Слишком. Однако не. Слишком. Однако. Слишком. Непонятно. Моя так не умеет. Что твоя? Моя не знать, как это? Моя так не умеет. Не...
Моя так не умеет. Моя не знает, как это. Да, Чукчи, не берут в армию. Однако не... Слишком разные вещи. Однако не собирается. Слишком разные вещи. Однако не собирается. Мне пока ничего там делать. Вот. Вот. Не прилипнет. Вот прилипнет. Вот. Не прилипнет. Вот прилипнет. Вот. Белый билет! С твоей фотографией! Спасибо, Чукча. Ты очень нам помог. Чем я могу тебя отблагодарить? Моя искать большого зверя. Моя ходить в зоопарк, но там нету зверя. Моя не знать, что теперь делать. А ты сходи к нам в МГУ. Там есть много ученых, профессоров. Кто такая профессора? Профессор? Это такой умный человек. Он все-все знает. Может, и про зверя твоего тоже. Держи вот туда, к тебе пригодится. Спасибо большое, глаза и человека.
Эх, спасибо тебе. Ты хоть и чукча, а мужик правильный. Служу отечеству. Мне пока ничего там делать. Демон? Черный демон говорит с человека. Уважаемый, не заб... Демон? А? Помните Бублика на втором курсе? Ага, жаль, они... Да. Моя искать бы... Зверь. Моя идти... Профессор, однако. Молодой человек, не знаю, кто вы, но точно не студент. Как же элементарная вежливость. Здравствуйте, прошу прощения. Вы невежа, и я не стану продолжать этот разговор. Злой профессор, однако. Эй, профессора! Я не веду никаких диалогов с невеждами. Однако, здравствуйте, пожалуйста, профессора. Здравствуйте, юноша. Вы ко мне по какому-то конкретному вопросу? Мне, однако, не простой профессора нужно, а профессора по зверям. Ну, если вы имеете в виду зоологию, то обратились точно по адресу. Потому как я самый, что ни на есть, профессор кафедры зоологии. Профессора сложно говорить. Чукчи не всегда понимать. Прошу вас излагать по сути вопроса, так как я немного тороплюсь. Пишите тюленей смешить, однако. Но чукчу будет быстро-быстро. Давайте перейдем непосредственно к вашему вопросу. Моя ищет странный зверь, чтобы победить большой змея с черным ядом. Змея, говорите? Интересно, очень интересно. Вы продолжайте, а я поищу кое-какие материалы по рептилиям среди своих записей. Великий шаман говорит, что зверь свернет змее шея. Оперируя подобной терминологией, нужно помнить, что социальные факторы исключительно субъективны, и трактование слова «хорошо» для каждого индивидуума уникально. Однако... Черный змеиный яд... Цветовая палитра... А, моя понима. Погодите, какой дом? Вы же только что говорили «змея». Змеи в большинстве древних культур отождествляются со злом, искушением и... Вы меня извините, коллега. Что такое факт? Это просто порция информации... Моя совсем запуталась, однако. Коллеги, я стал невольным свидетелем вашей дискуссии и спешу сообщить, что произошла подмена понятий, которая и стала причиной... И верно, коллега. Нет, ну почему... Для начала... Моя искать зверя, чтобы убить большая змея. Еще какие-то дополнительные входящие данные имеются? По словам этого эксцентричного юноши, вышеупомянутая змея обладает черным ядом, который, насколько я понял... Позвольте! Значит, не... на выход... Патрис! О,
Змея много-много большой. Позвольте, но самые большие змеи, известные науке, едва достигают 20 сантиметров в диаметре. Если верить вашему утверждению... Шамана видит иногда разочарование. Ну что ж, коллеги, могу резюмировать, что типы входящих данных... Не мог... Без... Моя видит змея, шамана говорит змея, вся деревня говорит змея, а большеглазый профессор говорит не змея. Однако моя запуталась. Моя совсем устать теперь. Нужно искать чума, чтобы спать. Собрание клуба готов. Бархатная чума. Нужно пойти в этот чум, а то нигде жить без чум. Маленький ящик, однако. Ящик неудобный, как мож. Чукчи не может нести два. Крепкий ящик, однако. Крепкий ящик не ломаться, когда моя залезать. Маленький ящик, однако. Крепкий ящик, однако. Крепкий ящик не ломат. Маленький ящик, однако. Теперь можно лезть, однако. Темно, однако, как в пасть белой медведи. Огненная вода хорошо, огненная вода может гореть. Теперь может гореть и светить. Надо на участок номер 2.
Моя здесь уже была. Моя, однако, заблудиться. Как глупый геологов тундра. Моя не знать, куда ходить. Моя так не уметь. Непонятно. Слишком разные вещи. Ничего не видно, однако. Участок 3, моя другая надо. Участок 2, моя туда ходить. Наверное, здесь и есть бархатная чума.